Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новую серию выживания бомжа в России. Приятного просмотра! Итак, ребята, в сегодняшней серии я собираюсь купить себе первый бизнес, а именно шаурмичную. Стоит она 15 тысяч рублей, у меня есть пока 14 200, и я могу спокойно идти заработать немножечко денежек и наконец-то купить себе первый бизнес. Это будет шаурмичная, в принципе, неплохо, неплохо для начала. Итак, побежали, короче, быстренько сейчас заработаем немножечко денежек и сразу же пойдем покупать себе первый бизнес. Это будет первый бизнес, который я здесь куплю, но я не знаю, он вроде бы стоит точно 15 тысяч рублей, но в этом я еще не очень уверен. Но, в принципе, если что, то сейчас быстренько заработаю с запасом и побегу, наверное, покупать свой первый бизнес. Берем листовочки. Ребяточки, листовочки забирайте быстро. Ребята, мне очень нужен бизнес, поэтому я вам раздам листовочки. Ребята, берите листовочки. Так, вертолетик у нас летает. Так, стоять, на листовочку. Только не сажайте, только не надо. Я запрос отправил, надеюсь, что он не примет его. Я не хочу в самолет попадать. Не в самолет, а куда я там попадал? В мотоцикл или куда? И вертолет. Я не знаю, кому отправил заявку, поэтому да. Так, ну все, побежали, стоять, ладно, пофиг, иди отсюда. Мне надо сейчас раздать быстро листовочки, стоять, на листовку. Так, мне нужно быстро покушать, надо очень быстро покушать и идти дальше. Так, стоять, листовочку, листовочку, что так человек лагает, очень странно. Так, ладно, пофиг на этого человека, который тут, хотя нет, стоять, на листовочку, молодец, на листовочку. И побежали сейчас раздавать дальше листовочки. Мне очень хочется сейчас купить свой первый бизнес. Стоп, да почему вы так лагаете? Что за фигня? Почему они лагают все? Это очень странно, но, в принципе, окей, раздаем листовочки. Так, раздаем. Пацаны тут все сидят так интересненько. Ну ладно, раздаем быстро листовки. Так, ребята, берите листовочки. Так, на листовку, ты чё? На листовку. Так, раздали быстро всем листовочки. Так, Гай, ты тебе не должен давать листовочку, потому что ты не возьмешь. Жалко. Ну ладно, раздаем дальше листовочки. Так, стоять, ребята, все. Стоять. На листовку. 9 штук еще надо раздать. Блин, тут очень... А, вот весь народ здесь. На листовку. На. Так. Надо, чувак сидит просто АФК, точнее девочка. Так. На листовочку. Я просто решил раздать так всем. Так, на листовочку. Так. Кому еще листовочка нужна? Так, на. Листовочку. Так, ребята, короче, у меня вылетела программа для записи. Окей, ничего страшного. Так, быстро отдаем последнюю листовочку. Все, у меня есть 15 тысяч рублей. Я могу спокойно себе покупать, наконец-то, первый бизнес. Да, сейчас я смогу купить себе шаурмичную. В принципе, да, нормально. И побежали, сейчас найдем ее, главное. Тут очень плохие текстурки, они очень долго прогружаются. Но ладно, в принципе, нормально. И так сойдет. Побежали, сейчас быстренько искать, где вот этот бизнес. Сейчас я должен просто его купить и зарабатывать больше денежек. Так, надо посмотреть, сколько у меня сейчас доход, и посмотрим, сколько прибавится. Так, и смотрим. Ага, 3 рубля, нифига себе прибавилось, 3 рубля, нормально. Так, ну все, я купил свой первый бизнес. Все, это мой первый бизнес. Я могу его улучшить даже, ничего себе. Так, давайте, я не знаю, я не буду у него покупать ничего, но я теперь, наверное, буду улучшать свой бизнес 20 тысяч рублей. Я буду пытаться его улучшить так, чтобы до максимума и больше получать денег. Мне нужно 3 рубля в секунду, нормально. В принципе, это достаточно много, я могу быстро накопить, но, в принципе, да, нормально. Все, побежали, наверное, сейчас еще где-нибудь поработаем, в принципе, наверное. Ну, или что-нибудь еще поделаем. Так, давайте-ка сходим сейчас. Так, где мой мотоцикл? Так, вот все мои шапочки, кстати, фестиваль уже закрылся, закончился, все, его больше нету. Но, ладно, в принципе, нормально. Я пока сяду на свой мотоцикл, так, поехали. Музычка заиграла, мне это не нравится, давайте я выйду лучше. Вы ее не слышите, но я ее слышу, это плохо, конечно. Так, все, давайте я сейчас пойду быстренько потаскаю контейнер, я не знаю зачем. В принципе, я за пару секунд зарабатываю столько же, сколько я отношу один не контейнер, а ящики вот эти, но в принципе, ладно. Так, тяжелая работа, но отнесем давайте. Хопа, 900 рублей у нас уже есть, в принципе, в кармане есть 900 рублей, я не знаю, на что их можно потратить, в принципе. Но можно что-нибудь еще, где-нибудь еще поработать и что-нибудь еще поделать. Давайте сейчас просто пойдем поищем какое-нибудь интересное, что-нибудь еще поищем, короче. И, наверное, думаю, что лучше побольше сейчас покупать бизнесов и улучшать их до максимума. Я не знаю, какой тут максимум, в принципе, но кажется, не очень много. И давайте посмотрим, ой, люди вообще все лагают, но, в принципе, ладно, давайте посмотрим, что это вообще за место. Так, что это такое? А, ну здесь, наверное, дома, да, покупать тоже? Да, 20 тысяч рублей, за что? Подождите, может тут прям... А, ну, кстати, что да, прикольненько выглядит все. Но 20 косарей, это достаточно много, очень много. Плюс, ну, далековато, в принципе, я хочу прям в центре города, если покупать квартиру. Я мог, кстати, купить квартиру, как я помню, за 9 тысяч рублей.
Но это я сделал уже в следующей серии. Я заработал вот быстро эти 14 тысяч рублей. То есть просто вкашал, в принципе, и заработал так. Но вот эти, наверное, 9 тысяч рублей я заработаю еще быстрее. Так, мне нужно быстро покушать. У меня заканчивается уже доширак. Я, в принципе, думаю, что я сейчас неплохо зарабатываю. Могу спокойно позволить себе элитную какую-нибудь еду. Элитную гэплу буду покупать. Хотя не знаю, сколько они там стоят. Сколько гэплу стоит, мне даже интересно. Так, вот тут у нас есть кофеек, можно попить, да? И тут кофе, да, пьется? Да-да-да, кофе здесь. Кофеек. Так, давайте какой-нибудь без эффектов. Просто обычный кофе. Давайте купим кофе обычное. Пьем. Ну что у нас? Просто кофе обычное. Скорость такое дается, да? Так, бутылочка есть. Я не знаю, можно ли ее сдать, кстати? Если можно, хорошо. Но, в принципе, я сейчас схожу... Так, скорость на сколько? На 2 минуты с чем-то? На 3 минуты даже? Нормально. Скорость на 3 минуты. Это вообще прикольно. Так, 100 тысяч рублей. В принципе, я когда-нибудь смогу это позволить себе, наверное. Но сейчас пока что я занимаюсь другим. Так, тут обновились, кстати, текстурки, как я вижу. Почему у хлеба текстурка колы? У моркови... Походу, когда обновляли, немножко тут баганули. Так, давайте, ладно, я куплю, наверное, хлебушек. Хлебушек давайте купим. Это, конечно, кола какая-то обычная, но, в принципе, да. У меня есть кола и есть хлеб. И они одинаковые текстурки имеют. Интересно. В принципе, интересно. Ну, ладно. Так, я думаю, что можно еще что-нибудь поделать сейчас. И да, кстати, я вспомнил, ведь, что можно сейчас еще вот это будет набрать. Сейчас, где мы покупали вот этот бизнес, надо найти, и там ведь можно еще купить вот этих, кого они там, уборщики листьев, они же тоже нам приносят неплохой доход, поэтому я сейчас обязательно куплю еще парочку штучек, сколько стоит вообще один сейчас еще, так, сколько ты стоишь, ага, 1200, я могу, кстати, купить еще одного, и у меня уже неплохой доход, так, максимум вообще еще могу 10 таких купить, но в принципе это нормально, наверное, доход будет хороший, и я хочу до максимума докачать вот этот вот бизнес. То есть, у меня остается чуть-чуть, и я могу, сейчас будет доход ровно 5 рублей в секунду. Это довольно офигенно, очень прикольно. И да, я хочу сейчас попробовать, может, так, заправочку. Заправочка, здесь это магазинчик, короче, обычный. Вот я очень хочу купить эту заправку, в принципе, но пока что у меня денег столько нету. Я сейчас буду пытаться, наверное, больше записывать серии, может, иногда будет выходить даже по 2 серии в день, потому что я очень хочу, чтобы побыстрее развиться выживание бомжа в России именно на Кристалликсе, это довольно прикольненько здесь. Ну ладно, давайте пока побегаем и так соберем немножко денежек. Мне нужно поработать еще немножко, надо еще заработать пару тысяч рублей, чтобы купить еще вот этих уборщиков листьев на максимум. Но пока что у меня столько денег нету, поэтому да. Так, давайте, что у нас здесь вообще? Что это? Почта, да, как я помню? Почта. Я не помню, давайте я попробуем сейчас отнести почту. Так, почта, вот давайте возьмем. И куда же идти нам надо? Так, вот туда, побежали. А какой номер? Так, дом номер 50, ага. Окей, 59-й, так, понял. Так, я не помню, конечно, где это находится, но где-то находится. Побежали искать, короче, 59-й. Да, 59-й. Ну все, побежали. Так, вот тут где-то, да, я понимаю, значит? Нет, не тут, хотя, вот, наверное, вот этот домик какой-то. Сейчас посмотрим. Нет, я уже пробежал. Так, надо понять, какой домик. А, вот этот, что ли? Стоп, вот этот, что ли? Походу, да. Вот тут, да, походу, вот тут. 59-й, это очень высоко придется лезть, наверное. Так, что у нас тут? Какие тут дома-то? А, стоп. Вон. Что это такое? Ага, 47-й, надо выше подняться. Надо выше подниматься. И, мне кажется, кстати, не в этом доме даже уже. Почему-то. Но, если на самый верх подняться, может, конечно, и здесь, но сейчас узнаем. Так, давайте подбежим вот к этой дверке и посмотрим, какой это. 60, ага, надо ниже уже опускаться. Я пробежал уже. Так, ладно. Так. Вот какой будет, 60-й, что ли? Ага, 59-й, я отдал. Окей, плюс 42 рубля, но, в принципе, не очень и много, но... Ладно, давайте не будем, короче, вот так. И так, побежали, наверное, сейчас отсюда подальше. Так, выходим отсюда подальше. Не хочу... А сколько здесь квартира стоит? 25 тысяч рублей. Кстати, вот давайте посмотрим. За что 25 тысяч? Офигенная, кстати, квартира. Очень офигенная квартира. Ну и на центр так неплохо, так вроде бы выходит. Хотя не увидел. Подожди, давайте отсюда выйдем. Посмотрим. Ага, вот. Стоп. Тут несколько комнат? Или что это? А, это разные квартиры. Я что-то перепутал. 15 тысяч рублей. Так, 25 и 10. Самая дорогая 25. Давайте посмотрим, что вообще за 25 тысяч нам предлагают. Ну, в принципе, комната однокомнатная. Но я не знаю, здесь есть вообще
квартирах, где побольше комнат. В принципе, я не знаю это, но я думаю, сейчас лучше побегать, немножко посмотреть, поизучать и понять вообще, где можно получше купить квартиру себе. И вот, вот центр здесь неплохо. Вот, в принципе, я хочу какой-нибудь побольше, на самый... Вот, вообще мне вот этот домик нравится, но это бизнес, понимаете? Не бизнес, а компания. Поэтому я бы там жил, наверху сам. Кстати, давайте мы зайдем туда. Туда мне нельзя, да, как я понимаю? Вроде бы да, мне сюда нельзя зайти. Да-да, я не могу сюда вроде бы попасть, да. Ну ладно, я когда-нибудь все равно куплю этот бизнес, очень хочу, но он очень дорогой пока что, у меня не хватит на него вообще никак денег, но когда-нибудь они у меня появятся вот здесь, и я смогу купить себе этот бизнес. В этом доме я уже был, и здесь не очень дорогие квартиры, 5000 рублей. В принципе, я могу уже сейчас накопить эти 5000 рублей и купить себе первую квартиру вот здесь, но этим я займусь, наверное, уже либо в следующей серии, либо потом. Но мне кажется, лучше сначала купить будет квартиру, а потом уже то, что я задумал. Но окей, нормально. Это нормально, что мотоцикл едет без водителя? Ну ладно, это, наверное, нормально здесь, но я без понятия. Давайте мы сейчас еще раз поработаем, заработаем еще немножечко денежек, и все. Так, все, побежали сейчас зарабатывать наши денежки. Так, ну что-то я тут... О, люди вот так просто, давайте... Не хочу ехать лучше на... своем вот этом мотоцикле. Так, не хочу здесь работать, хочу взять листовочки. Листовочки. Так, берем. На листовочку. Вау, прикольный рюкзачок, чувак. Так, на листовочку. Так, здесь есть кто-нибудь? Вау, прикольный склад. А сколько стоит вообще это помещение? Вот сколько стоит? 50 тысяч рублей. Но, в принципе, не очень дорого. Так, нате, ребят, листовочки, забирайте. Мне очень нужны денежки. Очень нужны. Так, тут очень много народу, в принципе. О, ничего себе, их тут... Так, стоять, ребятки, стоять. Тут у нас космонавт какой-то, на, космонавт. На, забирайте. Ребята, стоять, дайте я вам раздам листовочки. Листовочки, ребята, забирайте. Вау, тут что это такое? Здесь можно выйти из города? Что? А, нет, мне кажется, здесь можно выйти из города, но это не так. Ну ладно, давайте я просто побежим дальше. Хотя здесь вон как-то так открыто. Ну ладно, давайте просто побежим дальше. Ребята, давайте вам быстренько. Вот тут бомж какой-то сидит или кто это? Не знаю, кто. Так, стоять. О, здесь какая-то дверька есть. На, листовочку. Блин, у меня 20 листов остается. Кстати, быстро все раздаю. Но мне нужно на центр, наверное, бежать. Уже вечер такой. И я должен сейчас все равно успеть раздать быстрее листовочки. Так, здесь очень много народу, в принципе, сидит. Так. Ребята, забирайте листовочки. Так. Листовочки. Ребята, забираем. И давайте сейчас купим, наверное, еще одного себе уборщика листьев. Или кто это? Ага, да, правильно сказал. Так, стоп, забирайте листовочки, 15 штук. Так, давайте все на центре раздадим. В принципе, там больше народу и больше заберут. Но вот так раздаем, вот так листовочку. Ребятки, о, ничего себе тут народу еще. Рядом с центром, да, их много тут. Раз, листовочку, два, 12 штук листовок. Так, 10 штук уже. Вот видите, как тут быстро все раздается. Так, ладно, побежали на листовочку. Так, я ему давал уже, написано, или я дал. А, все, я вроде бы раздал всем уже практически. Забирайте 3 листовки, еще надо раздать. На листовочку, на, и последний, давай. Кто счастливчик получит последнюю листовочку? На. Ты не забрал, на листовочку. Да куда ты убегаешь? Листовку возьми. На тебе листовку, молодец. Все, быстренько кушаем сейчас и, короче, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. В этой серии я заработал себе почти доход 5 рублей. Черт, не хватает чуть-чуть 5 рублей. У меня как раз есть деньги. Все, идем покупать, забирать доход до 5 рублей. Так, человек так что умер здесь. Мне нужен доход ровно 5 рубасов. Это очень неплохой доход будет. Ну, у меня очень быстро растут деньги, кстати, очень быстро. Это хорошо. И я могу быстро разбогатеть. Да, конечно. Так, ну, в принципе, у кого доход там по несколько тысяч, а у меня всего 5 рублей. Но, в принципе, неплохо. Да-да. Покупаем. Так. Все, покупаем. Доход 5 рублей 15 копеек. Хороший доход. И всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, вам понравилось. Вы подпишитесь на канал и поставите лайк. А с вами был Рашер. Всем до новых встреч и ждите новых серий. Всем пока-пока.